Бежит вся Россия, бежит Иваново. В грядущую субботу в парке 905 года пройдет одно из самых массовых спортивных событий. Кросс нации по предварительным подсчетам соберет более 2000 человек. Юноши и девушки, мужчины и женщины. Праздник спорта объединяет горожан всех возрастов. Вообще кросс подразумевает собой бег по пересеченной местности. В парке будет и асфальтовая дорожка, и тропка. Все, естественно, уже подготовлено и ждет спортсменов. Ребята, которые занимаются легкой атлетикой профессионально, уже начали готовиться к забегам. Воспитанники городской спортивной школы номер 5 тренируются в парке 905 года. Мы проводим кроссовые тренировки, делаем специально беговые упражнения, делаем гимнастику, растяжку. Все это помогает детишкам хорошо выступать в соревнованиях по кроссу и не только по кроссу. Кросс-нации – это несколько видов дистанции. Начинающие могут пробежать короткую – 100 или 350 метров. Для продвинутых легкоатлетов более серьезные испытания – 2, 4 или 5 километров. Участвовал я 3 раза, последние как раз таки 3 года. И в 2017 году, то есть в прошлом, занял 1-е место вот здесь в парке 1905 года. Задача осложняется тем, что бежать приходится по пересеченной местности. Запнуться и упасть, а значит потерять драгоценное время, проще простого. Тем, кто бежит кросс не в первый раз, проще. Они примерно представляют дистанцию, знают, чего ожидать от извилистых парковых тропинок. Я буду участвовать в кроссе нации 3-й или 4-й раз, я точно не помню. Почему интересно? Потому что массовое мероприятие, дух соперничества, хорошая организация. Соревнования как-никак, мы любим соревнования. Задачи высоких не ставлю, просто выступить, хорошо пробежать, попробовать свои силы. Воспитанники 5-й спортшколы занимаются практически ежедневно. На одну тренировку уходит около 2 часов. Младшие побегут дистанцию на 1 километр, старшеклассники в 5 раз больше. Короткую дистанцию обычно бегу, просто насколько хватает сил просто, и все. Как можно быстрее. Если дистанция там до километра, то насколько можно быстро. Если больше 3 километров, то уже надо распределяться, смотреть на соперников, если это массовый старт. Кросс нации начнется в субботу в парке 905 года в 10 утра. Это время для семейных забегов. В 11 часов торжественное открытие. После стартуют различные возрастные группы. Кроме того, там же можно будет сдать нормы ГТО по кроссу. Чтобы стать участником и получить индивидуальный номер, нужно заранее прийти к старту и обратиться к организаторам. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.